Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Ты, кстати, с Леней не виделся, не общался?
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60.
Впереди город. Ограничение 60.
Впереди камера. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60.
на трассе яблоки продают ведрами. Купить? Впереди город. Ограничение 60. А с работы вовремя ушла? Камера в спину. Ограничение 60. Так, если не знаешь, куда деваться, может, не стоит собирать их больше? Согласен, поддерживаю. С наших тоже нужно это снять.
Впереди камера. Ограничение 90. Да даже если и снимут, ну что это даст? Снять депутатскую неприкосновенность? Что, их будут иметь право гаишники тормознуть, и все? Да и то они эти номера основных там главных депутатов, лидеров партий знают наизусть. Те ездят там с охраной, и никто их никогда тормозить не будет. Что еще даст эта неприкосновенность? Так чисто этот, корочка и слова. А если будет бунт какой-нибудь, то и в корочке, и вот эта вот депутатская неприкосновенность нифига их не спасут. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 50. Впереди камера. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70.
Привет. Как дела? Куда пропал? Чем занимаешься? Что делаешь? Впереди в Москве, город. Не в Москве. Ограничение 60. Что делаешь? Камера в спину. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Небо опять затянуто над нами.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60.
дверь. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди опасный поворот. Ограничение 40.
Впереди камера. Ограничение 90. Опасность. Ограничение 90. Thank you.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Так, 135 вроде до Москвы. У нас уже практически стоит. Впереди камера. Ограничение 60. Эммаус. Город Эммаус. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60.
Алло, удобно? Алло, удобно, говорю? Чё, как у вас дела? Да, нормально все. Чё-то пропали куда-то, Юлька не поднимает, ты ничего не пишешь. Понятно, с прогулки, да, пришли? Ну ладно, чё, будет... А, это, а чё такое? Чё с ней не так? Странно, вроде сами хотели, чтобы это... Ну ладно. Ой, ну подумай. Камера в спину. Ерунда. Ограничение 60. Да нормально, уже вот стемнело. Еду. Да ну на какую ночевку? 150 километров осталось на ночевку. Сумерки, наверное, еще, но уже фонари горят. Нет, не надо. Я не знаю, как ее менять. Вон, что, как записывает. На север Москвы и обратно. Это на новом компе? Я чем-то его там забил. А какого он, какого объема он у тебя вообще? Сколько? 60 гигабайт? 60 гигабайт. Всего 120, да? Ну это не так много на самом деле. Я чуть тебя вообще не слышу, нифига. Через полтора километра держитесь левее. Да, я понял, понял. Не, вот сейчас вот хорошо слышу, а до этого что-то вообще, ты куда, как будто телефон убрал на метр от себя и что-то говорил. Да нечего вставать-то. Захочешь, сама позвонит, не буду отвлекать. Ладно. Все, я еду. Давай, если что, пишите. Ага, да. Через 500 метров держитесь левее.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Алло. Да, привет. Ну да, я так узнать просто, как дела, что делаете. Дома, не дома, гуляете ли еще. А? Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Тихо. Ты говоришь себе под нос, что-то там по мне ехать. У меня тут шум от дороги, и я тебя не слышу. Ну, 140 уже, 139. Но это до этого, до
Это до Таганки. Я ее сегодня там припаркую, доберусь до дома. Вот, а завтра передам. Да вместе, наверное, почему нет? Да, я с утреца поработаю, наверное. Мне сейчас надо будет приехать, сделать документы. Вот. Завтра тебя отвезти на работу, поработать с утра, поехать передать машину, ну и продолжить работать. И причем завтра, наверное, ну так, надолго. Ограничение 60. Нет, мне как-то не до этого сегодня было, я ему не звонил. Ну, я думаю, что разбирается, приводит в порядок все. А ты не списывалась, не писала ничего. Ну, просто позвонить, узнать, как дела, что. Или вы так и созваниваетесь. Ну, или повод какой-нибудь найти, я не знаю. Тогда можешь прямо позвонить и сказать: слышь ты, какого хрена ты это сделал? Впереди город. Ограничение 60. Разрешили? Ну, это хорошо, да? Ага. Ну, подавай, подавай, занимайся. Камера, а потом спина. Сколько ждать ограничение еще этого 60. Разрешения? 5 рабочих дней, ну, неделю, грубо говоря. А они имеют право сейчас отказать по каким-то причинам? Так, я не успею, наверное, да, Кирюха будет спать уже. Но если я 10:30 только на Таганке, плюс там, ну, час, грубо говоря, добраться до дома, до 12:30, ну да, он будет спать уже. Впереди город. Ограничение 60. Я пока не знаю, как добираться, на метро или на капширинге. Ну да, я посмотрю, если будет там поблизости каршеринг. Хотя, с другой стороны, хочется уже... Ну, на метро дольше будет, а руль надоел уже что-то как-то за весь день. Ну, там с Таганки ехать сколько минут? 20, наверное. Да? Не, ходят там эти 415-е маршрутки эти. Ну, а сколько? 10:30 ходят. Ну, 11. Да ладно, разберу. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Да. Давай, если наберешь, напиши мне потом, что он там скажет. Впереди камера на 60.
Впереди город. Ограничение 60. Здравствуйте. Нет, вы знаете, это ошибка. Мне регулярно звонят с этим вопросом, а в Яндексе, да, нашли, наверное? Нет, это ошибка. Кто-то мой номер случайно указал. Всего доброго.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Ограничение 70. Алло. Привет, мам. Как у вас дела? Алло, алло, слышишь? Алло. 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 Да, 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 слышу. Я слышу тебя? Слышу. Нормально у вас, как там дела? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. А ограничение 90. Куда делся?